нежная, мягкая и сытная, с ярким и ароматным томатным соусом. Фасоль для приготовления в томате можно взять любого цвета. В зависимости от сорта плоды могут быть очень мелкие или, наоборот, крупные. Чтобы заготовить фасоль в томате на зиму, понадобится фасоль и томатная паста. Первую выбирайте на свой вкус, красиво смотрится в банках белая, но у меня был выбор между темной и рябой, я решила консервировать рябую. Главное, чтобы сорт фасоли был пригодным для этой цели. Есть сорта фасоли, которые при варке, даже непродолжительной, теряют форму, превращаются в пюре. Такая фасоль не годится для этого рецепта, лучше приготовьте из нее пюре с жареным луком. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Для приготовления фасоли в томатном соусе понадобятся следующие ингредиенты. Фасоль, вода, томатная паста, сахарный песок, столовый 9% уксус и соль. Промойте хорошо фасоль в чистой холодной воде, те зерна, которые всплывают, уберите. Это значит, что внутри фасолинка пустая, съеденная жучком. Залейте миску с фасолью чистой водой и оставьте на 8 часов, можно на ночь. Утром вы увидите, что фасоль увеличилась в размерах, вода немного поменяла цвет, промойте фасоль еще раз. Возьмите кастрюлю с толстым дном или казан, переложите фасоль, залейте ее 1-3 литрами воды, доведите до кипения. Подписывайтесь и ставьте лайки. Сделайте кипение минимальным и варите 40 минут под приоткрытой крышкой. Добавьте томатную пасту, соль и сахар, варите еще 15 минут. Попробуйте фасоль, готова ли она, мягкая, отрегулируйте на свой вкус соль и сахар, снимите с огня, влейте уксус и перемешайте. В стерильные банки разложите фасоль с томатным соусом, закатайте крышками или закрутите, смотря что вы используете для консервирования. Остудите и уберите в кладовку для хранения. Когда фасоль полностью остынет, соус немного загустеет. Удачных заготовок! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Продукты и их количество. Далее. Фасоль 500 грамм. Вода 1-3 литра. Томатная паста 100 грамм. Сахар 3 столовые ложки, соль 1 чайная ложка, уксус 9% столовый, 2 столовые ложки, количество порций 3. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Я рада гостям.